Российская фигуристка Анна Щербакова, дебютирующая в этом сезоне на взрослом льду, назвала падение в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America глупой ошибкой и пообещала, что постарается такое не повторять. Щербакова в короткой программе с недокрутом исполнила каскад из тройного Луца и тройного Ридбергера, упала после дорожки шагов, получив за падение 1 балл штрафа. Итоговый результат Щербаковой составил 67 и 60 балла. Она стала лучшей из тройки российских одиночниц, но заняла 4-е место, уступив американке Брэди Теннелл и двум японкам Каори Сакамото и Вакаби Хигути. «Это глупая ошибка, и я обещаю, что такого больше не повторится. Постараюсь сделать для этого все возможное. Тренер тоже сказала, что я не должна допускать таких ошибок, а для этого нужно больше концентрироваться. Я постараюсь завтра в произвольной программе собраться и показать то катание, на которое я способна», — сказала спортсменка. На самом деле нет большой разницы, соревноваться на взрослом уровне или на юниорском. Ты должен первым делом показать, на что способен сам, свое катание, сделать свой максимум. Здесь большая разница во времени, но это не очень мне мешало. В Америку со мной приехали мои мама и папа. Это очень большая поддержка, добавила фигуристка.